очень рада вас видеть на моем канале. Это вам мое новое творение, вот такое колье. Делаю я его к празднику, конечно же, к Хэллоуину. И я надеюсь, что вам оно понравится. Оно такие черепочки стилизованные и косточки в виде бусинок. Я сидела, долго думала, как же сделать что-то такое новое, оригинальное. И решила, что вот так будет очень интересно. Тем более при моей страсти к черепам, то я просто в него влюбилась и уже несколько раз надевала. Не знаю. Я очень часто делаю вещи, просто сделать что-то новое, интересное, а потом как-то, не знаю, привязываюсь к нему. Люди просят, продай нам что-то такое. А мне уже так не хочется. Оставьте мне, оно мне нравится. И иногда даже делаю копии моих украшений, потому что что-то оставляю себе. Вот так. И сегодня я поделюсь секретом, как же сделать это колье, как сделать вот такой черепочек, как слепить косточки. И смотрите мое видео. Я думаю, будет интересно. И надеюсь, вы вдохновитесь на что-то свое. Вдруг вам в голову придет интересная идея в таком хэллоуинском украшении, и вы ее воплотите в реальность. Я в это верю, что у вас золотые руки, что вы очень талантливы, что вы сможете сделать все, что угодно, все, что вы захотите. И все в ваших руках. Только стоит пробовать, пытаться, если даже не получается, стараться делать снова и снова. И в итоге я на 100% уверена, у вас все получится. А может быть, и с первого раза все будет замечательно, кто знает. Я в этом уверена, что вы очень талантливы. Все, кто меня смотрит. И спасибо вам за ваши подписки. Кстати, я просто была в шоке, когда увидела, что уже 2000 подписчиков, хотела снять видео благодарственное. Ура-ура, 2000 подписчиков. Я просто не ожидала, на самом деле, что такое будет. Я помню, как я радовалась в прошлом году, когда у меня было 20-30 подписчиков. Это было просто, думаю, вау, люди меня смотрят. А сейчас уже 2000 с чем-то, и просто, я не знаю. Спасибо вам большое, на самом деле, это очень много значит для меня, потому что серьезно. Спасибо за подписки и за комментарии, которые вы оставляете. Мне очень это приятно, и есть куда стремиться, и есть куда развиваться. И я надеюсь, что вы тоже вместе со мной делаете какие-то мастер-классы, и у вас все получается. Спасибо вам. И на такой благодарственной ноте я вас приглашаю дальше смотреть мой МК. Будем делать кольешечку вместе. Пойдем? Приглашаю. Пошли. Итак, для того, чтобы сделать вот такой вот череп, я использовала, вот у меня уже есть колье с черепами, и я решила, что такое колье как раз подойдет для того, чтобы сделать такую форму. Все знают, как делается форма, очень все легко и просто. Берем вот остатки
Здесь у меня полимерные глины. Из них делаем нужного размера такой комочек. Прикатываем немного его скалкой. И затем сбрызгиваем водой, чтобы все хорошо отлипало. И делаем любой такой оттиск, чтобы потом была такая форма, и можно было делать вот в данном случае такие смешные черепа. Вот как это сделала я. Приступим. Я беру полимерную глину Fimo Soft черного цвета, девяточка. Я буду делать сегодня такие черепа, как в моем колье. Косточки. Вот такие они получились у меня. Несколько стилизованные такие, как из мультика. Такие косточки. Присмотритесь. Может, добавить что-то свое. Вот. Сейчас из черной глины полимерной я буду лепить вот такие кости.
Надеюсь, это видео вам понравилось. И приятного вам творчества. И вдохновляйтесь, и вдохновляйте. С вами была Тая. До встречи в новом видео.